к Бург-ан-Бриз. Это недалеко от Лиона, где-то час езды. И пришли вот такой парк. Красиво тут очень. Ну, природа всегда красивая, прекрасна. Доброго всем воскресного утра! Погодка шикарная у нас сегодня. Пришли в парк. Тут все так активно занимаются спортом. Кто бегает, кто на велосипедах, кто на роликах. Ну, я так прогуляться просто. Почему бы и нет? Ну, слушайте, у меня рано в 6 часов утра была своя зарядка. Так что все нормально. Свежие французские круассанчики и свежайший багет. Ребят, всем привет из Лиона. Едем в русско-грузинский ресторан пробовать разных вкусностей, так что беру вас с собой. Говорят, хороший хинкал у того, у которого больше складочек. По-моему, их должно быть 19. Сейчас посчитаем. Чё, вкусный очень. В общем, только что вышли из ресторана в Волге. Нет, это такой маленький кафе-ресторан, что ли. Но я так вкусно еще нигде не ела. Даже десерт угодили. В общем, все рекомендуются. Мы находимся в лесу. Так красиво тут. Спокойно, птички поют. Тишина. Практически никого нет тут. Видите, тут разные такие штучки, чтобы люди занимались спортом. Каждые пару метров есть такие вот тренажерчики. Мы жарива. Сосы пурма люкти. Дюку. Сосы пурма. Очень нравится. Очень. Потому что здесь широкий ассортимент престижных марок очков. А помимо этого? Озеро красивое. Рассуждение на тему Женевы прекрасны. О, ты фантазерка моя. Фонтан. Ну да. Красивые авто. Обложка красивая, люди. Да? Обложка красивая, начинка сырая. Бат-обложка красивая. Ты будешь в моем влоге? Хочешь? Показывай. Смешно. Любовь. Прекрасно. Слушай, они удобные. Классно. И красивые. Всего лишь 500 франков. Любимый мой бренд. Байтери, вернее, один из любимых, еще Шарлотту люблю. Байтери почему? Потому что все на гиалуронке, очень классно, хорошо увлажняет, ухаживает, питает кожу, даже тональные крема и все средства. В общем, классно.